У нее братик или сестренка появится в ближайшее время? Это как Бог даст. Подождите, мы пока с Мишей не планируем ничего. Нет. Ну, как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Да. Вот. Но на самом деле, сказать честно, я раньше очень хотела, чтобы у меня родился сын. Но для начала нужно создать семью и встретить человека, от которого ты заведомо захочешь, а не так, чтобы получилось, как с Аришей. Что она то есть Миша еще не тот человек? Ну, я не могу так сказать, что мы можем создать семью. Ну, просто пока... Я не хочу об этом думать. Мне нравится свобода, мне нравится сейчас вот... такие отношения. Мне нравятся они. Вот. Поэтому сейчас даже скажу так. Как-то вот я уже склонна к тому, что больше не хочу я детей. Потому что дети никогда не являются скреплением семьи и скреплением союза. Мне вот нужно это еще... открытие для многих. Не являются хорошо. Дети, а скреплением. А разве да? Разве у меня, пожалуйста, пример, мой бывший муж. У него тоже, он жил с женщиной, с Леной, и у них там трое детей, один за другим рождался. И потом как бы мама Игоря рассказывала о том, что это действительно было для того, чтобы удержать Игоря. Что, удержали? Нет, это потом ответственность. Это же, как говорится, ну реально нужно нести, Настя, за детей я ответственность. Я вот хочу сказать, что вот у вас нашли, условно говоря, пресса 25 квартир, а я вам пожелаю... Подожди, я вам пожелаю, не нашли, да, они у меня были. Я говорю, пресса нашла. Я вам пожелаю, чтобы у вас было 25 новых проектов и премьер. Супер, я как раз сейчас вот на этой новости смотрю, я готовлю новое шоу, грандиозное, и оно потрясет мир, поверьте. Спасибо, Жень.